Отже, сьогодні до нашої студії завітала Ірина Пліткіна, міський дитячий імунолог. Доброго ранку, вітаю Доброго вас у нашій ранку. студії. Доброго так. ранку, Ірино. Давайте розбиратися, тому що від гепатиту прищеплюватися, від корі прищеплюватися, ще дифтерія. Давайте розвіювати міфи. Хтось боїться, хтось стоїть в черзі. Проясніть нам ситуацію, що нам робити на даний момент от із щепленнями цими. Ну, щеплення – это уже 200 лет, как все человечество наше вакцинируется. Да. У нас в Украине обязательных всего 10 прививок, а в Европе их 15, в Америке их 20. То есть это вакцинация от тех болезней, защита от тех болезней, от которых человек может погибнуть. Это особо опасные инфекции, поэтому вакцинироваться от них ну, просто необходимо. Что получилось на сегодняшний день? Частично из-за отсутствия вакцин, частично из-за того, что родители не хотели детей своих вакцинировать, у нас получилось большое количество людей, так называемая иммунологическая брешь. Люди остались без иммунитета вот к этим особо опасным инфекциям. И поэтому пошла вспышка заболевания, у нас появилось много заболевших корью, у нас появились заболевшие гепатитом А, потому что в Европе, в Азии, там тоже они, дети получают и взрослые вакцинацию от гепатита А, и поэтому они не болеют. Всего две вакцины обеспечивают пожизненный иммунитет, поэтому вакцинироваться это значительно проще и надежнее, чем болеть. Вот. А из-за того, что у нас не было вакцины, у нас очень много детей осталось непривитых. Но, слава богу, это было еще 15-16 год. В 17 году вакцины было достаточно. Мы привили почти 20 тысяч детей. То есть это дети, которые прививались по плану. И дети, которые уже ну, не были привиты вовремя, мы их тоже прививали. Это старше 2 лет, старше 7 лет. Сейчас мы прививаем и 10, и 12, и 17 лет. То есть приходят родители, те, которые вспомнили, что они отказывались и не прививали детей. И, в общем-то, на сегодняшний день ситуация, ну, скажем так, стабилизировалась. Да. У нас заболевших на вчера было 19 человек, причем из них 10 взрослых и 9 детей. Угу. Взрослые болеют больше, ну, потому что раньше было немножко по-другому, прививались, не было этой комплексной вакцины, а были все отдельные российские вакцины, и, ну, тоже были перебои, вот я помню, 20 лет назад, и у нас взрослые, да, немножко не привіти так, як треба. І вони боліють чаще. Ми поговоримо ще щодо щеплення дорослих і дітей. Тобто, ви кажете, що є багатокомпонентні вакцини? Да, вони всі практично многокомпонентні. Тобто, от, давайте я розбиратися, можна однією вакциною прищепитися від декількох хвороб. Да? Наприклад. От, наприклад. Ну, наприклад, це коклюш, дифтерія, столбняк. Це комплексна вакцина, вона так називаємо АКДС. Она содержит сразу три анатоксина, коклюшу, дифтерии и столбняку. И это вакцина, которую вторую по счету, ну, первую делают в роддоме БЦЖ и гепатит, а потом детям с 2 месяцев делают вот эту комплексную вакцину. И к ней добавляется еще полиомиелит. Так. Но полиомиелит инактивированный, он у нас в наличии бесплатный, он отдельно, а вот есть, закупаются вакцины, которые импортные, они комплексные, они могут содержать 5-6 компонентов. Они абсолютно безопасны, они хорошо детьми переносятся, и ну, в мире ими давно прививают, и на рынке Украины они тоже больше 15. Вот я занимаюсь вакцинацией 20 лет, так вот плотно, и все это время я прививала комплексными вакцинами. То есть в платном виде они были всегда в Украине, они были зарегистрированы, и дети, и взрослые прививались. А, добре, а чи можна відразу від багатьох хвороб різними прищепитися? Бо от мене знайома каже, ага, на цьому тижні прищепила дитину від корі, ага, на наступному піду там від гепатиту. От поясніть. Можна. Да, от я нас слухаю, і я хочу сказати, що так делать можна. Якщо сьогодні появилась вакцина, і ребенка привили от, ну, корь, паротит, краснуху йому зробили, то через неділю йому можна привити його від дифтерії, столбняка. И еще там через неделю от гепатита А. Нашему организму все равно.
Как бы это ни было, вот как бы ни звучало. Потому что, ну, ежеминутно мы вдыхаем такое количество бактерий и вирусов, что и наш организм с этим абсолютно спокойно справляется. У нас же не возникает, да, каждый там день мы не заболеваем каким-то заболеванием. То есть наш организм во всем разбирается очень достойно и правильно. Поэтому, когда мы еще добавляем 2-3 вида анатоксина, то есть мы же не бактерии вводим, да, мы вводим анатоксины или в живой вакцине, это ослабленные вирусы, то есть которые не могут вызвать заболевания. И наш организм абсолютно спокойно работает. Эту неделю он вырабатывает иммунитет дифтерии, на следующей неделе он начнет вырабатывать гепатиту А. И это абсолютно нормально, во всем мире так разрешено. То есть вот этот канон, что мы сделали прививку, и должна быть обязательно интервал, да, между дифтерией и гепатитом. Вот если нам надо сделать комплексную, ну вот АКДС-ку, ее надо привить трехкратно, да, между АКДС-кой мы сделаем перерыв в месяц. А вот между той же АКДС-кой и гепатитом Б мы перерыва делать не будем. Угу. Тобто, от ви... его, мы его сокращаем, ну, до необход... ну, до нуж... я не скажу, что нужного, а до того случая, ну вот как получилось, что вакцина пришла позже, и мы гепатит делаем на неделю позже, чем АКДС-ку. Это нормально. Это не, ну, никак не влияет на ребенка. От ви так і ніяких не дають побочних ефектів. Підвели до аргументів глядачів, читачів. От вони пишуть, що свою позицію людина є дуже сильною витривалою істотою, тому я не роблю щеплення, здатний організм ефективно чинити опір небезпечним інфекціям. Якщо людина живе правильно, власна імунна система має безмежні можливості. Щеплення робити не потрібно. Що ви скажете от на такі аргументи людей, які проти щеплення? Ну, но от столбняка нет лечения. Тобто імунна система не ліє. І от поліомієліта лечения нет. Так. И организм, даже самый крепкий, он не может справиться с этой инфекцией. И поэтому ну, тот же самый полиомиелит, он 30% дает смертельных исходов, а 70% инвалидизация. Да, человек выздоровел, но он остался инвалидом. Если он заразился столбняком, он умер. От дифтерии каждый пятый умирает. И умирает даже на сегодняшний день не от самого заболевания дифтерии, а от осложнений, которые дает дифтерийная вот эта палочка. Она выделяет такие агрессивные токсины, которые, поражая мышцу сердца, дают тяжелейшие миокардиты, и человек через месяц может умереть просто от того, что его сердце не справляется. Просто мышца сердца, она разлагается, и человек умирает. Це жахливо, безумно. Это ужасно, да. Поэтому мы делаем, вот говорим, что, да, цикровые инфекции, но это 10 особо опасных инфекций, от которых человек защититься не может, даже если у него, слава Богу, хороший крепкий иммунитет. Ну, ось Ірина, ну, привела до прикладу один аргумент. А ось якщо, наприклад, дитина не може, ну, не сприймає ці вакцини чи щеплення, що робити? Якщо без них погано і з ними теж? Может, есть группы? Ну, те, кто не воспринимают, да, если есть какие-то осложнения, но это единичные, они фиксируются, именно осложнения. Но осложнения – это одно на 100 000. При полиомиелите это один случай на 1 000 000. Бывает именно осложнений. Побочные эффекты, то, что, ну, там, местные реакции, температура – это нормально. То есть организм, наоборот, он встретился с этим анатоксином, есть местная реакция, есть покраснение. Вот в этом месте вырабатывается иммунитет. Это хорошо. Угу. Это хорошо, так это должно быть. Есть. То есть организм работает, да. А когда есть осложнения, да, этих детей, взрослых уже больше не прививают. Но для чего создается Супрун, говорит, мы все говорим об иммунологической прослойке. Если мы привьем 90%, идеально 95% детей, взрослых, то вот эти 5%, там же есть и дети, и взрослые инвалиды, тех, кого нельзя прививать, это защита для них. Потому что если мы не будем болеть, мы не заразим их. Вот это то, что делается в обществе.
Для чего наше общество это делает? Для того, чтобы было хорошо и тем, кого мы не можем привить, инвалидам, и тем, и защитить то население, которое здорово, чтобы оно больше не болело. Вас зараз чують дорослі, батьки дітей. От що ви порекомендуєте? І від чого зараз в першу чергу треба робити щеплення? Чи треба перевірити, коли мені останній раз робили? От що робити? Зараз це актуальна тема в нашому місті. Дайте, будь ласка, практичні поради от покроково. Дорослим і дітям що зараз робити? Ну, діти вакцинуються, всю основну масу вакцинації своєї вони отримують до 6, до 7 років. І просто підійти до своєму участковому врачу, проверить карту иммунизации, и если какие-то прививки ребенок не делал, их доделать. Но это основная масса до 7 лет. Ребенок получает полную защиту. Для взрослых сложнее, потому что у нас очень долго не было вакцины от дифтерии и столбняка. А все взрослые раз в 10 лет должны обязательно сделать эту ревакцинацию. И на сегодняшний день вакцины достаточно в городе. Тобто, больше, чем достаточно. Вакцина есть. Она есть во всех прививочных кабинетах. Поэтому всем взрослым надо прийти в свои прививочные кабинеты по месту жительства, обратиться к терапевту, написать информованную сгоду и подойти сделать прививку. Это, поверьте, 15 минут времени. Это всего лишь навсего займет. Но вы защитите, опять же, своих детей, вы защитите своих родителей, которым уже больше 70 лет, которых нельзя уже прививать. Но до 70 лет все взрослые должны пойти на сегодняшний день в поликлинике и сделать прививки. Це безкоштовно? Це безкоштовно. Ну, ось оцю робити раз в 10 років. Які ще для дорослих треба? Бо, от, наприклад, з мого прикладу, я в школі, от мені робили щеплення, після школи я... Все, більше не робили. Все. Ну, вспомнить взрослым, если они не делали от кори, то они никак не могут узнать эту информацию. Но на сегодняшний день у нас есть в платной лаборатории, в Smart Lab, они стали, вот именно с этой недели начали делать напряженность кори. То есть они делают иммуноглобулин G. Можно посмотреть и, так сказать, вспомнить, или человек болел, или он был привит. Если напряженность будет эта хорошая, то вы абсолютно спокойны и за своих детей, и за своих родственников. Если низкий, то тогда, ну, для взрослых у нас не предусмотрена прививка бесплатная от кори. Но вот это же комплексная вакцина корь, паротит, краснуха, она есть в аптеках, ее можно приобрести и сделать однократно. Точно так же касается гепатита А. Можно сделать, даже если мы делаем однократно, то 20 лет спокойного вот иммунитета человек получает при однократном введении вакцины от гепатита А. Просто треба відслідкувати, да, робили чи не робили. Да, подойти к врачу и взять эту вакцину в термоконтейнере, прийти в привичний кабінет і привитися. І ще таке одне питання на останок. У міністерстві закликають, що будуть примушувати, заохочувати до щеплення. От як це відбувається? Хочуть примушувати штрафом, як в Німеччині, як в той же Канаді. Зараз такого ще немає? Чи, може, якісь там повістки присилають, на пам'ятки, що треба зробити щеплення? От як у нас в місті це поки що все? Школьникам і дітям, естественно, там родителям дають пам'ятки о том, що вони повинні підійти в прививочний кабінет. Дається інформована згода обов'язково кожному ребенку, родителю. І родитель обов'язково підписує цю інформовану згоду для того, щоб привитися. Або можуть відмовитись, так? І так, або можуть відмовитись. Це письмово теж має бути. Угу. Вот таким образом поступает, но еще раз призываю, что прививки хорошие, прививки импортные. Они себя уже зарекомендовали 10-20 лет. Тот же самый Приорикс, он очень давно используется в Европе и у нас в Украине очень давно используется. За прошлый год вот сделали до 20 тысяч вакцин, но абсолютно спокойно. Были единичные дети, у которых были просто реакции, но это не осложнение, да, таких случаев не было. Вона потім реакция, это местная реакция. Может, температура, седьмого дня после вакцинации может быть подъем температуры, но к этому времени ребенок может и просто вирусной заболеть. То есть тут надо подходить к врачу и опять же дифференцировать. Но это однократный подъем температуры, в течение суток он уходит.
болит, и все. Зрозуміли. Гарно вам дякую, що так ось так розповіли. Підсумую, що вакцини є, щеплення варто робити. Ми спробували розвінчати всі міфи щодо щеплення. Досить вже про це, досить боятися, щеплення треба робити. Досить боятися і треба вже думати про своє здоров'я, так, і ти. Так, це здоров'я ваше, і здоров'я дітей, і здоров'я близьких, стариків і інвалідів. Це обов'язково об цьому треба пам'ятати. Дякуємо вам, Ірина Пліткіна, міський дитячий імунолог, завітала до нас.